Ни в коем случае не повторяйте все увиденное в видео, то есть это только мой опыт, это делаю так только я, вот, и никому не советую за мной повторять. Просто смотрим и делаем для себя выводы. Всем привет, с вами Юля. Сегодня я буду отсаживать деток от сансевьерии аубуртиана с белой варигатностью, также ее еще называют сансевьерия металлика или монолин. Видео обещает быть долгим, поэтому предлагаю запастись чаем и вкусняшками. Также еще можно увеличить скорость воспроизведения видео. Для тех, кто с ужасом смотрит на обмотанные скотчем сансевьерии, прошу не пугаться, это все временно. Я собрала в кучу старые голландские розетки, потому что планирую их посадить снова, а деток я буду отделять и отсаживать отдельно. Год назад в голландской закупке я покупала горшочек 14 диаметра, где было заявлено 3 и более розеток за 1750, потому что цены на Авито меня просто сводили с ума. Там просили за розетку из двух листьев от 1000 рублей. Ну, то есть, как бы цены кусались. Поэтому я решила купить голландский экземпляр. Да, я понимала, что мне придет очень поврежденное растение, но зато я смогу вырастить из уже имеющегося посадочного материала свое целенькое домашнее. Мне пришел горшочек, в котором оказалось аж 6 розеток. Я разделила эти розетки на 2 горшка, то есть по 3 розетки в каждый горшок я посадила. И вот спустя 11 месяцев я получила вот такой результат. Сейчас я могу смело отсадить этих деток, посадить уже в отдельный горшок, да, и получить уже свое домашнее красивое растение. Буду отрезать первую детку. У нее есть минимальное количество корней, ну то есть вот так. Убираю все сухие штучки. Вот первая красавица моя. На самом деле тут поперла еще целая куча детей. Вот, вот готовящаяся детка. Ну то есть вот столом пошел. Вот. Вот здесь детка, если я правильно понимаю, дает детку плюс вот. Детка, нужно тут поаккуратнее быть. Прям хирургическая операция. Здесь вот маленькая детка. Так. Второе дитё. Здесь, смотрите, детка стала расти детку. Так, давайте смотреть поближе, что здесь. Так, вот детка. Вот детка. Здесь что-то непонятное. Этот горшочек чуть интереснее. Здесь вот все вот таким образом происходит. Вот, кстати, пример детки, где детка стала разворачивать розетку под землей. То есть, вот смотрите, здесь уровень грунта, да, был, а центр розетки находится вот где-то вот здесь. Это на самом деле не очень хорошо, потому что таким образом можно залить центр, и розетка может загнить. Вот так выглядит. Здесь все в грунте. Скорее всего, вот так подровняю и очень хорошо просушу. Я вот эту чешуйку сняла. Наверное, зря сняла. Точнее, не чешуйку, а листочек маленький. И вот это у меня будет сохнуть. И вот это, естественно, все срезы я буду подсушивать. Здесь детка такая вот. Это немножечко недоделанная получилась. Здесь вот есть маленькие листики. Сказать, что она розетка в один лист у нее не так. Вот есть маленькие листики.
Вот и один такой побольше. Но это горшочек не очень удачный. В том горшочке поинтереснее детки выросли. Здесь очень много каких-то глубоких деток. Здесь я тоже поступлю вот так. Потому что планирую приподнять. Ну, то есть вот так где-то буду сажать. Чтобы центр не заглублять. Вот еще одна розеточка, центру которой как-то под землей оказался. Вот тут грунт, буду это вычищать и сажать уже по-нормальному. В плане корневища, скорее всего, тоже чуть-чуть удалю. Здесь вот корни есть. Тут тоже вот видно деток. Вот. Где-то я еще видела. Вот что-то готовится. Здесь тоже, вот смотрите, розетка, ну, в основном из одного листа. Вот эти маленькие, как бы, штучки я не считаю. Но зато вот самая огромная, такая длиннючая. Ну и в плане нее я тоже чуть-чуть укорочу ей. Так, всех деток я уже поснимала. Немножечко еще чищу от старого грунта. Можно вот так сансевьерии немного потревожить корни, посадить свежий грунт, и она начнет наращивать деток. У меня, кстати, муншайн. Вот я ее когда пересаживала, блин, не помню, где-то недели три назад. И, может, месяц. Ну, собственно говоря, когда я ее пересаживала, у нее были просто корни, и там даже зачатка сталонов не было. Ну, то есть я ничего не видела. И, соответственно, после вот пересадки сейчас у меня вылезло целых две детки. Поэтому все-таки вот это вот тормошение корней, оно дает результат. Сансевьерия испытывает стресс и, соответственно, начинает делиться. Детки я искупала под душем, хорошо их промыла. Хорошо промыла им корневую систему, потому что планирую посадить их в личузу. Ну и, как всегда, без косяков не обошлось. Я умудрилась сломать розетку. Розетку, которая была такая с двумя листиками со второго горшочка. Вот. Так старалась, что сломала розетку. Там осталась кочерыжка и вот два листа. Посажу, посмотрю, что с этого получится. А вот эти материнские растения я тоже очень захотела очистить от грунта, но побоялась их купать и очистила весь грунт с помощью, не догадаетесь даже чего, я просто попылесосила корни. Да, тут был очень сухой грунт, очень быстро пылесос справился. Кстати, ни розетки не пострадали, ни пылесос не пострадал, так что не беспокойтесь. Вот, а способ, я скажу, очень классный. Можно, кстати, взять на заметку, если вам, кстати, не жалко пылесос. Ну, мне, в принципе, не жалко пылесос. Вот так, неплохо очистились корни от грунта, плюс от старых корешков. Я тоже хочу вот эти вот материнские растения посадить в личузу. И я, ну, не хотела вот это все требушить. Мне нравится, как они вот сидят вот таким вот кустиком. Вот, и также точно их посажу. Вот. Вот такая очистка корней. Прошло уже 20 часов, они высохли уже как следует и готовы к посадке. Вот это, кстати, листья от розетки, которую я умудрилась сломать. Пока еще не решила, что с ними делать. Пишите, если вдруг укореняли листья. Мне очень интересно, как бы стоит заморачиваться или просто выбросить их. Сажать буду в горшок квадро объемом 3,3 литра. Сначала хотела посадить в горшок объемом 1,2 литра. Примерила, показалось очень маленький. Этот, конечно, большеват, но я решила объем немножечко уменьшить с помощью керамзита. На дно насыплю побольше керамзита, а остальное будет у меня личуза. Я думаю, так будет достаточно. Обязательно еще буду добавлять осмокот, потому что, как заметили многие, я тоже это подметила, что сейчас в личузу добавляется очень мало удобрений. Раньше все-таки они клали как-то побольше. У меня здесь есть одна очень интересная розетка, в которой детка уходит вниз. Вот она. Ну, пока она вот отходит немножечко так вниз, поэтому
Нужно как-то ее правильно посадить. Хотя детка у нее может взять, замереть и перестать развиваться. Ну, то есть, вот остаться в виде вот такого Сталлоне. И она может взять и выпустить другую детку. Ну, посмотрим, что получится. У остальных деток нет. Теперь я просто красиво их располагаю и закапываю. Вот так выглядит результат моей дележки. Кустик из домашних розеток пока еще лысоват, но зато каждый листик целенький, аккуратненький, все как я хотела. Надеюсь, эти розетки немного стрессанут и из-за пересадки решат нарастить еще деток, и кустик будет намного пышнее и красивее. Материнские два пучка голландских розеток. Вот, я их не стала развязывать, я их посадила в один горшок. Вот. Будут они у меня расти теперь так. Выбрала горшок побольше и засунула в один горшок. Места просто для двух горшков у меня катастрофически не хватает. Также посадила в личузу. Не стала занимать ваше время. Ну, все тут очень просто. Просто поставила, засыпала и все. Единственное, сажала в, ну, как бы в бушную личузу и добавила просто осмокот. Пока я думаю, вот этот скотч не убирать. Ну, то есть... Растения дадут новые корни, укоренятся, и чтобы они просто-напросто не развалились в разные стороны, я пока оставлю так. Конечно, зрелище не для слабонервных, но это для того, чтобы, ну, розетки себя лучше чувствовали, они так спокойнее укоренятся и как бы пойдут в рост. Надеюсь, новых деток мне надают, и я отсажу себе еще дубль. А вот не знаю, что делать вот с этими листьями. Буду ждать вашего совета. Дадут они детей по сорту, не дадут. И вообще, знаете, такой вопрос у меня в голове возник. Вот это аубрутиана, ну, с беловой агрегатностью, да, естественно. Интересно, лист даст мне тоже аубрутиану или даст какую-то типа робусты или зеланики, вот что-то такое вообще простецкое, ну, какое-то видовое. Или все-таки даст, ну, вот этот же сорт, но только в зеленом исполнении. Кстати, по поводу горшков. Уже неоднократно слышала такое мнение, что сансевьерии нужно сажать в черные горшки. Знаете, я это все-таки не поддерживаю. Я думаю по-другому. Ну, кто-то говорит, что нужно сажать в черный горшок, и тогда детки будут вылазить где надо, то есть Сталлоне не будут пытаться вылезти из дренажных отверстий. Вы видели, что в начале видео вот эти две розетки были посажены в прозрачные горшки, в обычные прозрачные горшки. Я их сажала в прозрачные для того, чтобы наблюдать, как растут корни, и они у меня просто стояли на поддоне, то есть не в черных кашпо, просто на поддоне стояли. И, соответственно, я смотрела, как там растут и образуются детки. Да, Сталлоне опускались вниз, но тут же они как бы находили выход, спокойно поднимались вверх и вырастали. В первом горшке, который я разбирала, были очень удачно выращенные детки, то есть они там не проходили через весь горшок в другую сторону, то есть... И не вылазили там. Там как бы все было, ну, как по фэншую, как нужно. А второй горшочек был с длинными Сталлонами. Но все равно детки находили выход наружу. Да, там была розетка, где центр был глубоко. Но вот этот сорт, кстати, этим славится. То есть неважно, в какой вы, хоть в зеленый, хоть в черный, хоть в фиолетовый горшок посадите. Бывает у этого сорта такое, что... Розетка, ну, центр розетки находится, ну, под землей. И, в принципе, знаете, если в грунте, ну, страшно залить такое растение, то в личузе, мне кажется, ничего страшного не будет. Личуза быстро пропускает воду вниз, да, она имеет в себе какую-то влажность, но я думаю, это не критично для растений. Ну и возвращаясь к теории черных горшков, говорят, что если посадить в черный горшок, то детка найдет выход, ну, на поверхность земли, где надо. А мне кажется, розетки немного теряются в направлении из-за неправильного ухода. То есть, как принято, сансевьерию нужно поливать, ну,
небольшим количеством воды, ну, то есть нельзя заливать. И многие это понимают так, что поливают по чуть-чуть. Соответственно, вот у вас посажена сансевьерия, вы ее немножечко полили, у вас верхняя часть грунта смокла, а внизу сухо. И, соответственно, корни тянутся к воде, то есть они растут к воде, то есть кверху они здесь. Ну и, в принципе, корневая система здесь поверхностная. И, соответственно, растение думает, ага, раз вот сюда растут корни, значит, детка должна, ну, расти в противоположную сторону. Соответственно, многие розетки пытаются найти выход внизу. Вот. Но я свои сансевьерии поливала полностью, проливая, даже частенько я поливала через низ, то есть наливая в поддон воды, и, соответственно, влага поднимается через дренажное отверстие, ну, к растению, и был нижний полив. Соответственно, может быть, поэтому детки знали, куда расти, то есть корни росли вниз, а детки росли в противоположную сторону, то есть вверх. Ну, как бы у меня такая теория, возможно, она неправильная. По крайней мере, это моя точка зрения, а почему иногда детки теряют ориентир из-за неправильного полива. То есть поливаем по чуть-чуть, верхний слой смочили, внизу сухо, и детки там, собственно говоря, и ищут выход. Но это, опять повторюсь, моя теория, я ни на что не претендую, я никого ни в коем случае ничему не учу. И вообще, мне кажется, нужно в моих видео делать такой в начале видео дисклеймер, да, где писать, что ни в коем случае не повторяйте все увиденное в видео, то есть это только мой опыт, это делаю так только я, вот, и никому не советую за мной повторять. Просто смотрим и делаем для себя выводы. Надеюсь, мое видео было для вас интересно. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео.